А в Запорожском областном военкомате состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Участие в торжественном собрании приняли ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций, духовенства, региональных СМИ, личного состава облвоенкомата. Сухопутные войска сейчас – это основа Вооруженных сил Украины, носители их боевого могущества. По своему назначению и объему возложенных задач сухопутным войскам отводится решающая роль в предупреждении и пресечении возможной агрессии против нашего государства. А по численности они составляют больше половины вооруженных сил Украины. До речи, роды войск, это 6 родов сухопутных войск, такие как механизованные, танковые, аэромобильные, ракетные войска и артиллерия, войска протиповітряної обороны. Они выполняют все задания притаманных сухопутных войсках. Продолжая славные боевые традиции предыдущих поколений, личный состав сухопутных войск приумножает их в новых исторических условиях. Во время собрания лучших военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины поощрили наградами и денежными премиями. Почетные грамоты областного военного комиссара вручили представителям региональных СМИ. За значительный вклад в военно-патриотическое воспитание защитников Отечества, поднятие престижа воинской службы в обществе, объективное освещение работы областного военного комиссариата.